Вообще две карты отыграли. И его всех ставит. Пытается аккуратненько здесь законтролить все это дело. И снимает одного, снимает второго. А вы его выгнать хотели. Вот как вообще с вами разговаривали после этого? И еще одного. Сейчас вот аккуратненько расстрелял. Опять же, 1100-1300 в случае поражения надевается не хватит. Дэдфокс, конечно, большой молодец. У него 5000 почти. Очень жестко. Вот. Попытка войны. Войны удачные. Минус посадки. В этом раунде надо, конечно же, взять третий. Но Крижей будет пытаться бороться для до последнего. Снимает лицо Дэдфоксу. И не получилось его всяко убить оппонента. В итоге Крижей. Но сделает, скорее всего, это. Ей пытается развести снайпер команда. Получается у него развести снайпер команда. И будет садиться в итоге в этот раз. Бондик! 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 Там же дефьюз! Бондик! Но это халя. Попада идет, и Воксик, кстати, на планете последний. Бондик просто банально не успеет. Ох ты, Воксик! Ох ты, Воксик! Воксик! Ну что вообще такое? Кого-то Воксик или Робс. Бомба будет ставиться. Робс получает хедшот. Это квадро. Вот снайпер команды квадро. Это клатч. Как минимум есть дефьюз косей. Против Робса получается воевать. Нужно перезарядиться обязательно. И дальше идти в бой против снайпера. Это Оскар. Но позиция этот Фокс знает ли. По-моему, да. Сейчас начинает прыгать, бегать и забайтить оппонента. И те самые действия. Он видит Оскара. Идет дальше. Это хедшот моментальный. И дальше. Воксик. Типа убивает ангела, Воксик разменивает. Гранате и пытается Воксик что-то сделать, делает минус. Иса, хорошая флешка. Ой-ой-ой, как хорошо-то все получилось. Иса отходит назад, вот итоге ангел еще помогает. И великолепная просто штука на Хаймиде сейчас была сыграна. Иса делает еще. С винтовкой, раскидкой, и все будет на месте, но... Воксик, отличная реализация. И летящий вдаль, ангел. В итоге Оскар погибает последним. Второй и сказал, что действуем вот так. И сами Хеллрейдеры сейчас идут давить в очередной раз. Уже опять работает мидл. Это Воксик, который... Оппонент. Пытается закинуть туда молотов. Пытается как-то спрятаться аккуратненько, что-то сделать. Выйти аккуратно. Тут там полголовы видно. Все очень сильно мешает, потому что все в огне просто. Огни цепных горячих псов ада. В итоге все... По черепу, но тут же Крижей отвечает. Саня отвечает. Крижей — это похоронка для команды Хеллрейдерс. Это минус 4 минуты. Делать! В итоге Бондик остается последний. Бондик пытается топить. Видел своего последнего оппонента. И Крисо Джейн перестреливает все-таки. Господи, боже мой. Нельзя давать ставить внимание Хеллрейдерс. Иначе будет чем пика. Саня вырубает. Дед Фокса погибает. Так же Кристану. Здесь похороночка полная. Без смакани. Просто великолепно. Воксик не промахивается. Здесь остается Стика последним. И Стика попытается, конечно, что-то сделать. Тут топит прямо изо всех сил. Ну-ка, Нинджи Дефьюз. Ну-ка, сейчас проверят, от флешки вернется. Миллиарды флешки, Воксик заканчивает. Der kann jetzt schön abfischen, macht sogar beide. Стика вешает хедшот, Бондик трансмейли, правда, забирает Робса, еще один хедшот, Бондик великолепно. Раз, нет, все-таки раз, и Воксик отвечает в то же самое время, там перезарядка, это как-то не вовремя все это дело, но все-таки раздерванивает оппонента, Стика будет умирать последний. Возможно, сплит выход на Бэплэнд. Стика снимает Бондик, это уже на купе. Отличная реализация битов. Да. Ну что, 3-5, Спортс. Теряет еще и Саня, погибает также Робс. Остается последний Оскар. И это 4-1. Для команды Хеллрейдерс практически финишная прямая, погибает также Оскар.